хуля. Это Боб на микро, я начал писать альбом зимой. Сейчас уже лето, и со мной на цветке Лаки и Зибор. И как музыкальный фон, потешного щенок Артимон. Это прослушка, добро пожаловать в Балтимор. От Тимона Мар, а я махнал его. Братва из рейха будет ванал, ебать его. Не надо овации, бро. Татоха в батле, это как дистрофик сумо. Говорят, его строки написаны с умом. Его реп услышал, попадешь сразу в морг. Целых 5 ритм на текст, я бы так не смог. Он молодец, лимонит, услим, восьмок ему. Вроде бы случайно, но это закон. Каждый, кто с подобным пидарком знаком, знает, как лобка может он очко брить языком. Ведь это экспериментальный хип-хоп, из андеграунда прямиком. Он прогрессирует, вам до него далеко. И зовет гости грузинов спеть Сулико. Одного, говорят, пробили уже в стиле Птахи и Мико. И наказали, блядь, чисто по приколу, чисто в угар. Малолетнего артиста тяжелая рука, и на подписке мафия Цунарко. Кулаки нахуй выпиты. Ого, Артимон, блядь, ты только не бей меня, а то что-то мне стало ссыкодно. Дяденька, не бей, лучше обоссы. Это закономерная случайность. Каждый полукоктер слащавый пищит по андерграунд и торгует под овощами. Ведь правильная рэпчина по-любому будет качать. Это закономерная случайность. Каждый полупокер злощавый пищит про андерграунд и торгует под овощами. Правильная рэпчина по-любому будет качать. Татошка, тебя 10 как пиздень годового младенца. Хоть ты голубец дерзкий, но в голове тесно. Череп распирает целые две мысли. Чего, братуха, ты в рэпе добился? Ты хотел славы, это она и есть. Каждую звезду настигает анальная месть. Ты мелькаешь ебалом, думаешь, был пешка, стал ферзь. Ну видишь, здесь же всем похуй, судят о тебе по песням. Не прокатит твоего сперва добейся. Ебальником ты замелькал, братик. Пора признать, что это рэп-версия Юры Шатунова. И таких юношей много последних. Последнее время на нашей эстраде. Анальные травмы, голос кастрата, но любят пиздануть, мол, мы андеграунд. Скуля с ваща вором бы хуйню. Артимон, схуя ли ты думаешь, я на тебя гоню? А просто ты стал знаменит, ломав слима на фритов заменит. А когда пидорок попадает на вид и в свете софита в клипах торгует еблом, то критика, это естественно, бро. Случайно могут и посторонние выебать в рот. Так что будь осторожен, фристуй, король. Когда в стиле Дёрти Монка читаешь хуйню, снизу на наблюдаю, а то потом топчу твой нюх. Артемушка. Это закономерная случайность. Каждый полупокер слащавый пищит про андеграунд и торгует под овощами. Ведь правильная рэпчина по-любому будет качать. Это закономерная случайность. Каждый полупокер слащавый пищит про андеграунд и торгует под овощами. Ведь правильная рэпчина по-любому будет качать.